Итак, ребятки, всем привет! Это вторая часть рубрики Fast Rapira на 1 КПТС. Играть я буду на Леорике. Пишу стат сразу же. То есть это полное мясо, это 1 КПТС. Это тут ребята вообще не знают, что происходит. Вообще, блядь. Ладно. Я беру... О, даже со мной зашел какой-то Зевс фанат. То есть чувак отдельно создал ник, как я понял, да? Вот Зевс фанат. И сейчас я построю его статс, Зевс фанат. Да, чувак отдельно создал какой-то себе аккаунт, чтобы играть, походу, со мной как-то случайно попасть. Ну хорошо, в моей команде, то есть он вардить будет, походу, помогать. Он понял, что это рубрика. Дал мне даже вар, да, это тип понял, нормальный. Ладно, найс. Такая новость, конечно, хорошая. Сыграл я только что еще одну игру на Леорике. То же самое, на эту рубрику игру. Fast Rapira сделал, 20-я минута. Ее не залил, так как мы играли там 5 на 3, они поливали просто. 15-я минута у меня была рапира, крит был 1100. К слову, все улетали с одного удара. Даже Хускар, ты 900 хп, он так вот. И нету Хускара. Остаток. Один удар скритая. И нету Хускара. Просто вообще такой фан был. Так, ну, что еще можно сказать? Вы жестко меня порадовали тем, что за 18 часов набралось 300 лайков под этим видео, под 1 КПТС. Поэтому давайте сейчас 400 сможем набрать. Конечно, это многовато, но... Думаю, если будет игра интересная, вы сможете набрать 400 лайков. Просто 400 лайков делаем и все. И я готовлю еще одну рубрику, то есть следующее уже видео по Легиону, наверное, по командорке с Fast Rapira. То есть именно фан, исключительно. Собираю ботинок и упарываюсь в рапиру. Все. То есть по фану. Что еще? 200 комментариев за сутки над этим видео было. Это просто, я был шокирован, что происходит. Нет, что я прошу, у него ставь лол, зачем? Туплю. Ладно, поставим вард на руну. А пойдем мы наверх. А чё, лич там? Бля, чё, с личом идти? Не, ну лич фармить будет, это не очень. Пойду, наверное, лучше с ним буду стоять, чё. Ну, если, по сути, зачем мне лес идти, если я могу спокойно стоять с саппортом, да? То есть не заморачиваться и фармить у него на лайне. Если будет тяжело, пойду в лес. То есть желательно второй левел апнуть. Энигма. Ну, не думаю, что мне с Энигмой будет тяжело стоять на лайне. Совсем не думаю. Буду сейчас просто все динаить здесь. Пацан вообще на автокасте фармит. Блять, я думал, он будет бить крипа. Лол. А он что-то непонятное исполняет. Крипа добил, отлично. То есть в лесу я бы столько балды уже еще не сделал бы. Минимум 100, максимум точнее. Я бы сделал там не более. Сучка, лич фармит тоже. Есть у меня следующий левел. Идем за ботинком, как я и говорил. Порадовало. Люди сразу создали себе новый аккаунт, и он уже какой-то Зевс фанат бегает, играет со мной. Ну лол, вообще смешно. Получилось довольно-таки. Отличненько. Да дамажь меня сколько хочешь, я фармлю. Все равно тожрусь. Да подстопить тот крипов. 10 крипов приравниваются к 500 голды. Ну, на второй минуте я бы столько не нафармил бы в лесу. Максимум 250, где-то 300 сделал бы. Может, чуть больше. Отлично. Сейчас уходим в фаст костыль. И после костыля мы начинаем собирать, естественно, рапиру. Fast Rapira на той рубрика. То есть третья минута у меня будет уже ПТшечка, скорее всего. Ну, четвертая где-то. Лич пытается фармить. Хорошая идея у Леорика пытаться фармить с топориком, который. Ух ты. Нежданчик. Буду стопить здесь крипов, чтобы они не побежали далеко. Отлично, крипы не подошли к тауру. Нам только плюс.
Блять. Этой вонючей нигмы, конечно же, промешается мне. Лучше бы этот пацан гонял ее, а не вот это вот просто пытался фармить, блять. Лучше бы я просто фармил, чем denial крипов пытался. Так, кура бежит, да? Ладно, пойдем. Постоим, наверное, в лесу, потому что... типу тоже фармить надо, как я понимаю. Птички. Птичка мы нормально танкуем. 100 крит уже нормально. Уже больно. Так, отведем. Так, ну я надеюсь, тима нормально у меня, да? 1-3. Да, ну мы пока выигрываем по киллам. Фак, ну как так? Я же его нормально ударил, этого крипа. Отлично, добил. Поползли дальше фармить, куру апнуть. Интересно. Попросила куру, чтобы апнули, апнуть. Интересно, док. Док должен апнуть. У него есть денежка, у него 900 копеек. Не апнет, да? Не апнет мой верный подписчик. Его там гангает вообще. Сларк. Ну, Сларка я как таковой сильно не боюсь. У меня реинкарнация есть, ему пизды потом дам, если чё. После реинкарнации напинаю ему лицо. То есть Леорик в лейте намного сильнее Сларка, если так подумать. Если 6-слотового Леорик улазит, то это... это ГГ, это просто, это всю тиму разорвать можно. Так, я знаю, как это здесь может стать так хорошо, чтобы меня бил только один мишка. Сейчас как-нибудь станем тут. Если тут не умру, но у меня будет сейчас уже костыль. Вот, несемся костыль. И вот теперь мы становимся на эту позицию. Вот, и нас бьет только один крип. Вот, запомните эту позицию. Хороша она для фарма на Найксе каком-нибудь. Вот, спокойненько стоимся, фармим. Рапирку нашу. Ой, Магнус, молодец, прикольно придумал. Минус Ларк. Ну это мясо, я же говорю, один КПТС, это такие мясные пацаны. Это просто, это ГГ. Такое мясо. Вот в чем вся суть фана. То есть именно на этом мясе собрать себе фаст рапиру, чтобы там показывать мастер-класс, там минус 5, минус 4 там делать с 2-3 ударов. То есть тупо фан, only фан. Фаст рапира, упороться и все. После костыля. Максим крит, так как нам уже Джора хватает более-менее. То есть крит будет более полезен для фарма. То есть я тут просто подумал так логически... от Джора в 20% с костылем и 5-м левелом, и щитами, и вот эти все херней, мне хватает спокойно лес стоять. То есть медведи я танкую, значит, и всех буду танковать. Медведи самые страшные в лесу. Даже сатир большой не так опасен. Даже тут крипы бегут. Интересно так получается. Пойдем их зафармим. У них у Сларка 2-4. Интересный Сларк такой. Сларк бегает гангой. Лол. Вич с ботом, с вардами. Ну, Вичи будут играть, я как понял, тупо на меня. То есть он будет сейчас меня сейвить по максимуму, когда я рапиру соберу. Ну, если так подумать, насколько... ну, я себя знаю, я более-менее аккуратно играю, если я с рапирой, с каким-нибудь нужным артефактом, важным для команды. То есть я очень осторожно играю. Если вот именно вот не надо, то я начинаю думать башкой и не лезть никуда. А когда я играю просто так, на фане, то, ну, не на фане, а именно летсплей какой-нибудь, начинается, блядь, такая херня происходить. Бегаю, фиг пойми куда. Ну и прочие чудеса вытворяю. Если ты впервые на канале, не забудь поставить лайк, подписаться. Этим ты мне только помогаешь, мотивируешь меня делать лучше. В особенности подписка и лайк. Это все, это просто, это шик-шик. Отцовухом нормально танкую. Но есть смысл брать реинкарнацию? Я думаю, нету. Пока что. Чем она мне нужна? Хоть бывает и всякое, но я не вижу пока смысла ее брать. Поэтому я замаксил уже себе аджор и третий спел. Еще раз говорю, это фан билд, то есть я не буду здесь ганкать сначала. Пока не соберу рапиру. Ну, если на меня только не нападут. Мне до демонейджа осталось 1300 голды, это не так уж и много. Совсем немного. На город наших братьев напали враги. Доминейтинг у Магнуса уже. Не успею, да? Вот, наверное, здесь 59. Нет, не успел. Крипы тут не успели раснуться. А ну, сейчас я попробую сейчас вот такую вещь сделать.
Давай, беги сюда. Оп. Сколько ты убегаешь? Да ё-моё! Лол. Так, фармимся здесь себе спокойно. На меди там не кролит. Боже, они даже не представляют, что их ждет в будущем. Так, пойду на раздел отвод себе. Это будет самая прикольная идея. Пойду пока этого крипа заберу большого. Скоро демонейдж, на минуте так 11 будет демонейдж, и на 19-20 минуте будет рапира. Вот тогда и начнется вся веселуха. Это просто, это буду совмещать фарм с гангами. Это будет что-то неописуемое. Это такая будет жестяная банка. Так, все, криту мы замаксили. Ох, тут крипов сколько. А мы сейчас встанем на свое место, не будем заморачиваться. Вот сюда сейчас зайдем. Ну и все, и вот по сути, нас бьет один крип. Ну и рейнджовые, которые. То есть мы спокойно здесь отстоим весь этот лайн. Запомните эту позицию. Здесь дерево прогрызайте и забегайте сюда. Все. И стоите. Только будьте осторожны, на первом левеле сюда не лезьте. Вас на первом левеле поймеют тут. Такс. Скажем так, такой трикс, может, кто не знал, где здесь стоять. Вот теперь знаете. Отлично. 1800 денег уже. Нас напали. Все, качаем ульт на один раз. И фармим себе дальше. На лайне никого нет, я принесу себе телепорт. Мало ли, где-нибудь лайн будет свободен, нужно будет пофармить. Я как раз побегу и пофармлю. То есть буду заморачиваться. Нас напали. Тут энигма засасывает. Забрали энигму. Что-то они вообще как-то, блядь, насасывают жестко. Сларк там стоит снизу. Пойдем мы наверх. Со Сларком постоим. Сларк не такой опасен для нас, вообще не опасен он для нас, по сути. Так, ну все, осталось мне совсем немножко до демонейджа. По шее Сларку больно так. Думал, пофармит пацан. Фармит тот, кто сильнее. Блять, обидно. Не заденайл. Все нормально. Так, несемся демонейдж. Будет сейчас фарм намного быстрее с демонейджем. Именно с демонейджа начинать, если вы такое мясо тоже хотите, фан такой устроить. Потому что пока вы нафармите сакрет ралик, с демонейджем вы быстрее будете убивать крипов. Так, отвод получится, интересно. Сомневаюсь, но надо попробовать. Получится, да? Получится. Максим. Все. Пассивки замакшены, остались теперь замаксить стан и потихонечку помогать тиме. Но у меня стан-то нету. У меня-то стана нету. Ну ничего, мы с руки постараемся нарезать Сларка 5 левела. Такое мясо, пипец. Бара 6. Кто-то подрался, походу. Найс. Просто, будто бы и не было пацанов. Это как? Я ударил одного, а он не дал глиф, ну, усилок. А прикиньте, что он мне усилок будет кидавать, это же вообще будет жесть. Сколько я дэмэджа буду наносить?
это ГГ просто. Надо сломать тавр им верхний. На город наших братьев напали враги. Ну бля. Ого. Как жестко. Ломаем тавр им тут и пойдем сейчас на низ. Отлично. Помогу тебе, так уж и быть. Ну я понял, вот мне сделает сейчас. Ну спасибо. По-любому, если он знает, что я такую херню мучу, значит он мой либо подписчик, либо просто меня смотрит. То есть он увидит себя на ютубе, скажем так, скорее всего. Тут лечу пизда, я ему помогать не буду, пошел в жопу. Лич, ну не гони, ну что ты исполняешь? Нахер ты все лезешь? Сука, понять только не могу, баран, блядь. Блядь, обидно. Я его должен забрать все равно. Пойдет. На реинкарнацию тоже мана есть. Хм, у меня-то есть ульт. Некр, что такое, рад? Что такое, братан? Ты нормально все у тебя? Брат, что там? Все хорошо. Ой, блин. Пипец. А у меня-то есть ульт. Лучше бы он меня просто не убивал, убегал от меня. У него было бы больше шансов выжить. Хотя он меня пассивкой бы убил. Так, ну здесь уже дабл спаун, сейчас будет трипл спаун. Нормально, пацан мутит мне там спауны. Так, осталось 1100, до рапиры. И начнется жара-жаренька. Пожаренька. Текс. Отличненько. У меня будет лицо, удивление будет, конечно, у врагов. Вот хочу увидеть их не лица, как у них вот реагируют на рапиру. Просто на 19 минуте рапира, блядь. Что? Вот он сейчас наделает мне 10 отводов, я сделаю где-то рапиру, пойду заберу эти отводы, и после этого сразу же соберу себе какой-нибудь армлет. О, первый пошел. Дефолт. Стабильно, скажем так. Для 1 КПТС это стабильность. Стабильность залог успеха, я всегда так говорю. Ух ты, как больно. Ждем респауна крипов. Все, немного осталось. На город наших братьев напали враги. Сларки такие лоу... Вообще, изи на... такой, ну, на таком ПТСе маленьком вообще. 1К ПТС вообще никакущие сларки. Микр... минус некролит там тоже походу, да, минус некроль. Такие мясные. На город наших братьев напали враги. А у них еще легион есть, 8 левел. Только заметил, честное слово. Офигеть. Так, X4. Ну там по сути мне только фармить их. Сучка. Лечь, говнюк, не мешайся. Блять, ну это обидно, такая фигня происходит. Уже брапира была. 17-я минута. Ну ладно, пойдет. Сейчас в холл засосет. Сучка. Ну хорошо, хоть дуэль проебал он. Бара бежит на помощь. Нормально. Отлично, доминейтинг.
Все, погнали. Рапира. Divine Rapira. Ну че же сейчас комментарий не написал, я не. Пишите комменты, я жду. Сейчас начнут там. Блять, да ты ненормальный. X5 вроде, нормально. Никто ничего не пишет. Вообще 3, по-моему. А, нет, драконы 2. 4, да, 4 спауна. Ля-ля, просто, это пиздец. Это такая боль. Как больно бьет он. ...1200 крит, ребят, видите это? Кто такой крит вынесет на 14 левеле? Вынесет. Ладно, не суть. Вот не удался, ладно. Просто так встанем, будем фармить, мы отжираемся спокойно. Стоит только за этим наблюдать, и все. Даже, наверное, начну я с даггера себе. Давай, Бара, погнали. Ну чё ты боишься, Бара, Трум? Я без реинкарнации далеко лезу, нельзя. Нормально. Сука, гребаный стан этого козла. Баратрум вообще чокнутый. Просто мясо. Реинкарнация 3-го левела. Меня прошлые катки, знаете, как назвали? Больной ублюдок. Зевс вражеский назвал меня больным ублюдком. Говорит, дебил, что ли, с фастропирой бегать? Тупо больной ублюдок. Так и назвал меня. Тавр просто, как детский сад, падает. Не буду я лезть далеко, что-то я побаиваюсь. Все-таки рапира это не игрушки. Нахер мне топорик, если у меня такой дамаг, да? Действительно. Док еще отводы мне делает. Отлично. Найс. Все, армлет готов. А подождите, дайте армлет я принесу. После армлета мы делаем себе БКБ, скорее всего. Хотя, как таковой БКБ, зачем мне? Лучше линку себе сделку. Бежит мясо бежит. Сука, выживет, нет, не выживет. Ой, блядь. Пиздец. Сейчас пойду Рошана убью. Че я туплю? Я ж с таким дамеджем Рошана просто заберу на ура. ...1300 дэмэджа. Чё-то как-то очень больно. У них кто-то там еще играет, они думают, не затащат, я что-то понять только не могу. Чё они там думают себе на уме? Крипов, конечно, много, но я лучше всё-таки Рошана убью. ...1400 крита. Ну что, пора сразу вторую рапиру упороться. Там ребята писали, фарми рапир сколько можешь, сделай штук 5 их. На морту еще сделаю рапиры и хочу сделать на легион, куда попробовать. Хоть я легионом редко вообще играю, такой герой, которого не очень сильно люблю. Просто пиздец. Какой дэмэдж. Не буду их пока ломать, не спешить, скажем так, немножко.
не вижу смысла спешить. Я и так бессмертен, можно сказать. Хотя можно пойти этот Аегис разменять на что-нибудь. Ну, Сларк это один крит. Да они все, по сути, один крит, кроме Легиона. А у Легиона там уже это есть Лотар. Ладненько. Даже на ульт не даст мне, потому что он побоится. Он умрет просто. Он не выдержит. Этот тип умер. Ну все, это минус док. Один удар хочу, один крит, просто один крит. Нет, блять, одного крита не будет, походу. Ну, ладно, так убью. Так, вторую рапиру надо готовить себе уже. Сларк вообще какой-то наивный. Ну что, вторая рапира начинает готовиться уже по чуть-чуть. Хорош, добрал. Так, посвета нет, да? Сука, обидно. Сейчас он может ультанет в него. Лучше бы он засветился, ведь доктор он бы ультанул, я бы его здесь перебил просто. Пошел фармить легион. Лего там с даггером уже, блатной. Мясо? Нет, не мясо. Мясо не пойдет фармиться. Обидненько. О, а вдвоем не могу. Ну давайте, вперед. Я поржу с вас, как вы это будете делать. Просто поржу. Ой, их тут даже трое, ё-моё, вообще огонь. Меня сразу ульт все здесь. Сларк, иди сюда. Один удар, блять. Просто. Пиздец. Блять. Думал, будет ультра. Ну ладно. Блять. Думал, крита вылетит. Ебать, ржач, сука. Да не, идите нахуй. Не, ну вы, пацаны, вы хоть и меня хотите отдать, я как понял, но может спасете меня немного. Я тут хоть и наглею чуточку. Да куда они бегут, мне интересно, они хотят умереть сейчас? Я же их разъебашу тут просто. Че, дураки что ли, блять, я понять не могу только. Че вы делаете? Вы что, дебилы что ли? На кого вы лезете, дураки? Сука, сбейте вообще отсюда. Ой, блин. 1700 крит. Вторая рапира на подходе. Не просто меня убить. Ой, бля. Просто жесть. Реинкарнация готова, можно драться. Holy shit! Holy shit! Shit is holy! Так. Еще одну рапиру добавить надо уже. У меня реинкарнация есть, поэтому я ничего не боюсь, по сути. Лично реинкарнация это сила. Теперь идите ко мне, мои девочки.
Пиздец, сколько же я наберу? 21 уже. Так, ну что, вторая? Точнее, третья уже. Вторая давно уже была. Ждем когда реинкарнации и можно врываться. Осторожненько. Это можно забрать? Да, можно забрать. Все, рапира готова. Несемся третью. По хардкору. Хуль там боятся. Отдай им сразу две рапиры. Ой, блядь. Да, конечно, о чем? Тут фанаты, что ли? Отдай рапиру. Сейчас, блядь, отдам. Тут вообще проебать. Некр, куда ты бежишь? Ты че дурак? Сука. Ой, блядь. Это пиздец. Какая жара. 3000 крит. Ой, блядь, 3 дивайна. Тавр, вообще как детский сад падает, блядь. Игрушечный какой-то. За 30 минут 3 рапиры, да, засунул? Найс. Боюсь, потому что нет реинкарнации. Они меня хоть и не убьют, но там БМы всякие, ХРМы, то есть опасно все равно. Я хоть и дам один крит, убью всех. Да там и так половина с одного удара падать будет. Инвокер какой-нибудь там, АФКшный. Приближается ваша смерть. Даже ульт не успевает дать. Четвертую. Ебать, если будет смешно, если я реально умру. Прикиньте, я умираю. 4 рапиры. 4 рапиры. Да какой дагер? Он что, гонит армлет надо продавать? Дагер, блядь. Какой нахуй дагер? Сука, вместо этого соберу себе БКБ сейчас. Дай 4. Реинкарнация есть, можно не бояться. Видели один удар просто так? Вся кучка сплошная, да? Ладно, все, пора добивать. Это уже не смешно. Забирай. Забирай, забирай все рапиры. Сука, та трон ломает, он взял воевать с лечом. Ой, вот это ржач, конечно, это жесткая рубрика, конечно. У меня эмоции немерено на этом. Ладно, ребят, всем, всем спасибо. 400 лайков, третья серия вылетает сразу. 400 лайков, давайте делаем, и я делаю следующий видос. Первое место, 4 рапиры. Просто офигенная игра. Все, ребят, всем спасибо, всем пока. Увидимся.